военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на Западе и Россия на Востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германия возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей... Deine Frau aus Berlin rauskommen. Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikation sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken.
Was war das? Ist eine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten. Das ist alles. Was war das? Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями. Так что о ветре можно было не беспокоиться. Мне нужно было взять чуть выше, чтобы учесть нисходящую траекторию пули. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... Огонь. Thank you.